И снова к ситуации вокруг назначения судей Верховного суда Украины. Общественный совет добросовестности выступил против назначения судьей Кассационного суда Лилии Катеринчук, ныне судьи Высшего худсуда Украины. Гражданские активисты подозревают служительницу Фемиды в принятии незаконных решений, коррупции и неправомерном обогащении. Больше в нашем материале. Лилия Катеринчук, судья Высшего хозяйственного суда Украины, уже не раз привлекала внимание гражданских активистов. Согласно ее декларациям, при зарплате в 300 тысяч гривен в год служительница Фемиды делает покупки на миллионы гривен. Лилия Катеринчук владеет двумя элитными автомобилями – джипом Lexus RX 350 и Toyota Camry. Их стоимость – около 3 миллионов гривен. За годы Фемида щедро одарила судью Катеринчук и землей. В Киево-Святошинском районе она приобрела 3 немалых земельных участка общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и еще одним на 1000 квадратов в селе Гнидин. Судья владеет и 3 домами – один на 77 квадратов и 2 по 340 квадратных метров в элитном поселке под Киевом. Лилия Катеринчук, чья карьера стремительно пошла вверх во времена премьерства Януковича, не забывала и о семье. В центре Киева судья приобрела 2 квартиры по 140 квадратов и оформила их на дочь. Гражданские активисты подозревают Лилию Катеринчук и в вынесении неправомерных решений. Так, в 2013 году она входила в коллегию судей, которые узаконили передачу в частные руки территории госсанатория Таврида в Алуште. Участок площадью в 25 гектаров тогда достался частной фирме за бесценок. Сын судьи Катеринчук Андрей Голяк работает замом директора по экономике скандального Ивано-Франковского котельно-сварочного завода. Сотрудники некогда успешного предприятия, работавшего на оборонку, уже не раз обвиняли руководство в доведении завода до банкротства. Недавно менеджмент предприятия выставил на торги 22 лота на 43 миллиона гривен. Возможно, этим объясняется и щедрый подарок – 2 миллиона гривен, которые, судя по декларации, в прошлом году сын перечислил Лилии Катеринчук. Гражданские активисты уже не раз обращались в правоохранительные органы с просьбой проверить миллионные покупки скромной судьи Лилии Катеринчук, а заодно и правомерность ее решений. Свои запросы правоохранителям направим и мы. И обязательно расскажем о результатах.